This one? Так, ну yes. Что, друзья, мы на суконному линке. Снова Наташа Янтарю смотрю. Какой? Покажу. Оце мені подобається. Ну, це треба зелёный, поміряти. Да? Ну, оно. Я даже не знаю. Не передає, да, так? Наверное, если вот, вот это просто очень много всего. И вы, если вот так подожжёшь. Ну, еще вот подсветку включила. О, сейчас. Вот, а, ну, вот такие вот, вот эти вот. Ага. И вот все вот мне вот так, больше-меньше. Ну, треба 99 лоток стоит. Ну, наче там да? Ціна, не знаю. 99 лоток? Що, 79, ну, дивись, ага. Там. Ну, такі 79. Ну, так, стоит. Ти наведи. Я сейчас нашим подписчикам покажу. Находимся мы на суконному ринку і знову вибираем янтарь. Очень купили наш красивый янтарь уже здесь. А дивись, оце вот это, как луна. Да. А вот какая-то ноты, да? Ноты, да. Не знаю, яка це нота. Вот это да. Дорогое должно быть. А ну давай подумаем. 109 злоток. Вот ты показала вот какой-то зеленый янтарь, он сразу мне стал нравиться. Ну подожди, вон вот такой вот типа, ну. Вот этот вот мне сподобился. Какого цвета или вот? Могу на стрелке-то забрать? А можно я вот с этим померяю? Ну, разрешили померить, разрешают снимать, это хорошо. Вот сим и вот сим. Так, я думаю, вообще, по-моему, здесь уже что-то покупали, мне кажется. Мне кажется, вот тут и покупали. Да. Так, ну что, напоминаю вам, мы на суконном рынке. Это суконный рынок. Тут везде сувениры, огромные, находится в Кракове на рыночной площади. Так, и сейчас Наташа меряет уже. Ага, а здесь 99? Ну. 69. Красиво? По-моему, очень. Ух ты, ну красиво, красиво. Здесь, конечно, вариантов много, и очень эта девочка контактная, мы ее помним с прошлого года. Ну, что-то себе прикручивает. А, откручивает Наташа еще. А вот такой зеленый, видите, вот камень большой. Да, я сейчас на него навела. Вот тоже очень красиво. А вот мои. Первое я хочу, которое мне понравилось. А ну давай давай зеленый. Это не одна пара. Разные. Тут желтизна более, дивись. Тут желтизна, а тут больше. Не, вот это по-моему 65, а вот это что-то 79. Так еще раз 65 какая? По-моему, вот это. Ну треба, 79. Может я путаю? Может вроде как цена мне кажется. Может. А ну. Ой, слушайте, народу 8 вечера. Девочка уже спешит, чтобы закрываться, но молодец такая, как бы контактная. И нормально к покупателям относится. Смотрите, сколько много. Сейчас покажу вам. Еще изделий, бус. Видео, как вы уже купили здесь бус. Смотрите, я не знаю, в комментарии. А ну. Ой, не в комментарии, в прикрепленном видео. Прикрепленном. Ну что? Ну, так интересно. Я отвожу, привожу, но сейчас, конечно, надо бы, чтобы Наташа посмотрела сейчас видео. Сейчас я это одену, да. Еще мы будем два смотреть. Да. И мы сравним с вами и послушаем с удовольствием ваши советы и комментарии. Вот женщина уже купила что-то. О, она такой красивый кулон взяла большой. Ох, а я не видела. Там 399 злотых. 4000 гривен. За 400. Ага, все уже ей складывают. Интересно, ну давай, Наташ. Ох, как шумно здесь. А ну. О. Ну-ка. Кстати, вот такие кулоны, вот мега красивые. Вот такой вот вообще класс. Вообще супер. Сейчас Наташа померяет. Давайте пока. Посмотрим другие. Свет того поэта. Отпечаток остался. Отпечатки от Наташиных бриллиантиков. А вот что еще есть красивого. Много всего. Все красивое. А вот теперь дивись. А теперь давай что? Вот мне не нравится все. Что это за это? Так, это я то, что снимала с той стороны. Теперь оборачивайся с этой стороны. А ну. Леденец. А, она говорит, этот Ну да, он просто в середину, а этот как бы сверху не держится. А он, да, что-то это вот... А ну сейчас.
Yes, yes, but I like this the color. The color. I will check my diet. Because it's more green. Девочка говорит, сейчас я посмотрю. It's more yellow. Yellow. I know. I need this green. Ну, вариантов очень много, выбор очень хороший. А ну, папа, побери второе кольцо этого цвета. Ой, кольцо? Второе кольцо, сережку. А зачем? Я хочу ты не хочешь зеленое. Под кольцо я хочу. Понимаешь, я хочу зеленое, я не хочу зеленое. Точно у тебя мне гарниш? Целая куча всего интересного. А подождите, может я... Больше так прикрутишь, но если он уже стал отпадать, мне кажется, что ну не, нет, оно не отпадает, вот. Оно просто это. Нет, то просто одно, к сожалению. А ну смотри, кстати, вот сейчас колечко с вами глянем. А Наташа мне зовет, простите, что? Не очень, да? Как-то странно оно смотрится. Странно, ну вот да. Оно вот на мне оно странно. Сюда смотрится хорошо. Ну идеально оно просто. Вот это какой? Супер, да. Это классно смотрится. Это классно. Лимонадка такая. Лимонадка тебе, да? Конечно, вообще, ну, немножечко. А вот си, это тоже такие... То есть это самое, это самое. А, same. Так это тоже. Да, это up. Ну, вот смотрите, какая красота. Давайте к кольцам вернемся. Ох ты, смотрите, какой есть же желтоватый, красноватый, оранжеватый и зеленоватый янтарь. Разные. Разные, красивые. Браслеты вообще класс. Дивно. На мені воно якось дивно. You can always, like... Я... Ні, воно не красиво. Ні, все одно. Що-то не то. Да, как у тебя оно не плоское, оно еще такие, знаешь, да, оно какое-то нет, оно не такое какое-то. По крайней мере, не в отеле моё, можешь видео не посмотреть. Не это вот вообще идеалочка, вот это вот красивая. Оно большое, а вот это мне нравится. Это классно, да. Это красиво. Это серебро, а да? Хоть? Мы думали, что 65, а может... 69. 69. Ну, один-два. А можно together? Yes, другие. Все, покажу. Кстати, мне очень нравится, что вот такие вот, как гербы, вот Ржешов и Шемусы, или откуда мы с вами будем ехать в Киев домой. И уже ездили. Очень красиво там сделано все. Ну, класс просто. А вот это вот подземелье, в котором мы с вами были, ну, ни о чем просто. Они так... Они ты должны, maybe you. Okay. Ну вот, Наташа снять не может теперь. Вот какие ситуации бывают. А оно застряло или как? Ты не можешь просто вытащить его? Ну так, ладно, молчу. Пока посмотрим с вами красивые такие янтарные. Oh, девушка сняла, слава богу. Хотя у нее красивый буст, я сейчас не обратила внимания. Сейчас просто увидела. Сейчас померяешь его и посмотришь. Мне, кстати, никогда не нравились зеленые, сейчас прям нравятся. Это себе прикольно так делать видео, потом смотреть его. Когда одежду меряете, когда кольца меряете, когда меряете сережки, тоже прикольно. Ну вы прям с нами покупаете все, так давайте советы. Я уже чувствую, что пишете. Вот тоже, кстати, очень прикольные кулоны и серебро. Так, ну Наташа одела. Вот бумажку снять и просто фантастика. Ну, бумажку там. А ну поворачивай лицо. Ну и так, а теперь, а ну, вместе. Okay. Народ, пишите комменты, я, наверное, Наташе включу видео, чтобы она посмотрела. У тебя какие-то сомнения? Эти сережки. Да? Нет, сомнений нету, но... Но я же говорю, но ты решай. Понятно. Аккуратненько. Ну что, сережки Наташе нравятся. Так, тут твои бриллиантики лежат. Что это? А, вот это реально янтарь такие? Не знаю, наверное, еще и золото. Наташа попросила кулон теперь. Теперь Наташа хочет кулон. Нету кулона. Like маленький. Ух ты,
красивый. А ты хотела крупный кулон? Нет, я не знаю. А я вот просто... похоже, нет? Вот похоже, нет, кругленький я не хочу. Так, мне надо форма якась прямоугольная. Вот это что-то девушка так показала красивую. Очень красивый. 99 подписчиками. 99 стоит? Да. Но смотри, тут все-таки зеленоватый. Видно, нет? А ну да, к сережкам приложу. Он не это. Ну, трохи. Same, same, but different, yes? Ну, как я научилась английскую. Хо-хо. Ну, тоже, кстати, тут есть углы, тут угол, это понятно. А ну, что это такое? 99. Так. Девушки выбираем себе, выбираем, пишем. Так, а ну. А, ты сюда хочешь? Сюда? Не, не сюда, это я так. Помните, в Кении мы покупали? А, идите. Очень даже они красивые. Так одень. А чего ты? Нет, это я не сюда одень, хочу. У меня есть... Просто посыпь, оно висеть будет. Интересно. Интересная девушка. Интересно. А положи их вместе, как по цвету, здесь вот положи. А, да, не, ну по цвету вот... мне здається, що воно буде відрізняти, тобто сняти, потому да? Що, знаєте, здесь все-таки как-то уже освещение такое. Ну я вам скажу, що так оно вообще как бы находится, оно не в подвале, но находится в таком здании, совсем закрытом. В принципе, сюда освещение такое странное. Да що ж такое, що у мене з руками? Ну давай, ти должна сама їх знімати, да, я думаю. Да, я это... А вот те сережки. Какие? А вот, дивись, вот ці вот. Попробуй еще вот эти. Не? Не знаю. Вот угу. Прям по цвету. Вот смотри, вот. Ага. Все-таки тут есть желтизна. Ну, да, слушай. Ну, там это... Но это интересно. Ну, смотреться будет вместе. А можешь положить? Да. Окей. Хорошо, окей. Ой. Не видно так, по-моему. Там есть желтизна. Нет, хотим вам показать, но очень плохо оно фокусируется, к сожалению. А вот, смотри. А этот светлее. Ну красивый, ну красивый. Так, народ, ну, ставьте лайки, пишите комменты, потому что это сильно интересно. Я вам скажу, ну что вот тоже, бачишь, в Кракове Антария так круто. Бачишь, не посерединке, а вот это. А ну сейчас я это. Я не хочу за... Не? Ну не знаю, народ. Что вы что краще? Не знаю. А мне кажется, how much? Вот эти. Вот эти, да? Все-таки. Да. Да? 99. Эти еще и 99 стоят, на 30 злотых дороже. То есть за 69 мне больше нравится и дешевле. Не, ну тут больше срибла, тут больше сам бурштин. То есть чувствуешь, да? Она говорит, ну они же больше. Бурштин, кстати, это янтарь. По-украински. И по-польски. И по-польски теж? Бурштин, я сказав. Бурштин, вот так вот. По-німецьки з Бернштайн, він сподобний, як по-польському. Але янтар є. Чеські теж любим янтар, хіба? А по-чешськи янтар? Чеські теж, ну. Вот так вот. Так, это сюда. Так що, наверное, сейчас уже определимся с выбором. Нет, ціні, ціні. І розкажу вам, що купили. А де этот? Девушки. Ну что, выбираем все, да, Наташа берет все, но мы просили заменить чуть-чуть кольцо у кулона, да? Да. Колечко, потому что не налазит на вот эту вот Наташину штучку, да. Оно просто не налазило, очень маленькое было, сейчас нам меняют, и похоже, Наташа возьмет и сережки, и кулончик, кстати, пендантик, все, девочка очень быстро заменила, сейчас будем брать все, да, оно. Вот так оно будет. Класс. В общем, прикольно. Сейчас Наташа обратно одевает свои все вещи. И, ну, что делать? Будем расплачиваться. Что делать? Что делать? Бежать. Все, сейчас Наташа положит их в какой-то красивый пакетик, я надеюсь. Наташа закручивает сережки свои уже не знаю сколько минут, да? Вот, сейчас. Для меня это... Я люблю английскую эту застёжку. Да, раз застегнула и всё. Да. Так, ну, друзья наши, пишите комменты. Надеюсь, лайки уже поставили. Всё, берём целую красоту. Can I take the tax and deal with it later? Because if you want, you can wait for the receipt. Because I have to reset the computer. Or I can just give it чек, to you типа, не могут дать without пока. The prices. А что нам надо? Давай без прайса. Okay. That's the... Ага. Все, чек дают. Total это стоило 168.
сказали подождать, и нам распечатают полностью весь чек. Я не знаю, надо ли это. Ну, можно через таможню проезжать, ну, не знаю, как бы я... На це не впливає, але для мене не важно. Ну, для Даши это важно, поэтому ждем чек. Вот. Продавца рекомендуем, девочка очень контактная, классно. Получили удовольствие от общения и от покупки. Сейчас покажу. 18-й киоск, 18-й. В общем, Наташа, все еще чем-то интересуешься. А? Тоже цикавые речи, я не знаю. Вот со всех, сколько мы ходили, тут да, со всех, это в суконном рынке вот самые прикольные вещи, и кулоны, и всякие сережки, изделия из янтаря. Поэтому 18-й киоск рекомендуем. У вас просим лайки, комменты, поддержку. Все. Всем пока.